Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Homeland ADS. Это проект из серии баг-поинтов. И в этом видео я хочу проверить этот проект на вывод. Значит, минимальный вывод, как здесь написано, 0,2 цента. И вывод инстант. Сейчас проверим, платит он или не платит. Захожу в аккаунт. У меня на балансе 21 цент. И нажимаю что? Винстрау. Вывод. Пайер. И все, наверное. Так как у меня в настройках не забываем прописывать платежные реквизиты. Сейчас посмотрим. Сумму не надо, наверное. Все по умолчанию списывается. Вывод. Переводим на русский. Так. На русский. Платеж переведен на ваш счет и мой кошелек. Давайте перейдем теперь на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. Сегодня у нас 10 число. Да, все замечательно. Обратите внимание, 10 ноября. Мне последний вывод был 9, сегодня 10. Сегодня я еще ничего не выводила. Кликаем. 10 ноября. Перевод выполнен. Ну, с учетом комиссии. 0,19 центов. Так, вывод Homeland ADS. Платит, друзья, инстант. Ну что ж, работать можно. Все замечательно. На этом все. В принципе, на сегодня я уже просмотрела. Вот здесь внизу появляются ссылочки, денежные, баг-поинты. Я все просмотрела. Всем удачи. До новых встреч.